Здорово, народ, на связи Экспервит, и я продолжаю играть с Pac-Man Zero. Вы просто заполонили мои комментарии о том, чтобы я поиграл в эту игру. Поэтому, ребят, сегодня мы будем сбегать через лифт. Я долго думал, о чем снять, а потом просто вспомнил, я же через лифт не сбегал. И вообще, на самом деле, за все время, что я играю с Pac-Man Zero, я сбегал только один раз через лифт. Это было, когда я первый раз вообще зашел в эту игру. И то тогда сбежал не я, а какой-то тип вместе со мной играл, и он все сделал. То есть, по сути, я ничего не сделал. Поэтому сегодня, друзья, будем сбегать через лифт. А также вы написали в комментарии, где найти лом, где найти там всякие прибамбасы. Поэтому, друзья, следите за этим видосиком, и я думаю, вы все найдете. Так, кстати, разработчики, я надеюсь, работают над продолжением игры. Я искренне на это надеюсь. И скоро, возможно, мы увидим продолжение. Так, я вижу, дротики туда подбираем сразу. Тут у нас... ничего. Ну, мне код не нужен, потому что я же через лифт собираюсь бегать. Смотрите, самое главное мне это спуститься на третий ярус для того, чтобы там взять лом. Мне нужно будет найти отвертку, мне нужно будет найти предохранитель и нужна будет катушка. А, и ключ от лифта. По сути, это все. Планшет. Кстати, мне пишут часто в комментарии, почему я не юзаю камеру. Ребят, вот обратите внимание, как я играю в Bigfoot, как я играю против Рейка. Вообще, везде, где надо юзать камеры, я их не юзаю. Мне не нравится это делать. Я не знаю почему, но вот не люблю я это дело, вот это сидеть, что-то там смотреть. О, ключ. Ключ, подбирайся. Не знаю, я не любитель этих вещей, поэтому я не трачу на это время. Я просто бегаю. А там, если за мной уже побежит эта тварь, я просто спрячусь или отдамся ему в лапы и все. И начну игру заново. И что, все, здесь больше ничего нету? Я разочарован. Тут обычно или пушка какая-то валяется, или что-то в этом роде. Кстати, за последнее время я чаще всего играю на такой локации, как лес, поэтому граница для меня сейчас не то чтобы прям потемки, но настолько непривычно. И если я буду тупить, то не обращайте внимания только из-за того, что я очень давно не был на этой локации. И почему я присел? Ящики открывать не буду, там ничего нету. Так, я понимаю, спек уже очнулся. О! Это уже... вот это, я понимаю, уже будет игра. Ну, что такое? Так, подождите, здесь точно все? Кстати, на этом я... может быть, катушка? Самое главное теперь ее не пропустить. То спек? Да, спек, давайте сразу его сейчас усыпим. Ой-ой-ой, я что-то промазал, да? А слышь, а что ты поплыл? Он как-то поплыл, видели? Здесь обычно есть катушка. Но сейчас ее здесь нет. Блин, это плохо, придется искать. В принципе, я и выставил не легкое, я выставил нормальные. Потому что на легком как-то сильно скучно было бы. Ну, вижу дробаш, он мне не нужен. Ключ, хорошо. Так, я не знаю, на это наверху все, не все. Давайте, наверное, еще раз обрыскаю, чтобы потом сюда уже не подниматься. В сортир, наверное, тоже заглянем. Хотя не, я здесь уже, по-моему, все сделал. А, не, не все. Мне надо спуститься теперь в подвал, взять там ключ и подняться здесь в комнату. Слушай, ты еще, ну как бы, ну, давай, да, вот так вот. Да, еще, я видел, вы мне писали комментарии о том, чтобы я поиграл вместе с вами. Ребят, это проблематично, потому что, ну, я не всегда могу снимать, когда можете играть вы, и вы не всегда можете играть, когда снимаю я. Поэтому, я недавно, кстати, стримил по этой игре, поэтому, ну, жалко, что вы не залетели на стрим, я там тоже с ребятами играл. Не знаю, может быть, еще постримлю, посмотрим. Здесь нужен ключ. Так, здесь у нас ничего. Поскольку, ребят, я, ну, через лифт ни разу сам не сбегал, поэтому я буду смотреть абсолютно везде и все. По сути, я знаю, где что находится. Ну, приблизительно. Но лучше лишний раз перепроверить. А, стоп, мне же наверх надо. Там будет ключ-карта. Так, аспек уже... а, вот он, лежит, родимый. Может дождаться и еще раз тебя херануть.
О, очнулась! Чё снилось? Расскажи. Ладно, потом расскажешь. А, вот дверь не открыта. Давайте я, наверное, все поюзаю, ребят. В смысле? Фу, ты вот это прекращай хернёй страдать. Так, здесь ничего. Чё ты как-то поздновато уснул? Прям в табло же попал. Причем так, ну, смачно ему привалил. Мне вот интересно, надо, вот катушка, она бывает, может, так спрятана быть, что можно ее просто не заметить. Поэтому лучше смотреть везде и все, и под всеми углами. Батарейка. Ну, она мне, в принципе, не нужна, но давайте возьмем. Все равно здесь на каждом углу. Так, здесь у нас что? О! Ключ, карта. И, я так понимаю, все, да? Подождите, тут еще какая-то есть комната. Мне надо... Нет, не сюда. Надо через Пека пройти. Подождите, у меня какой-то ключ есть? А у меня нема никаких ключей, да? Так, только не вздумай очнуться, когда я буду мимо тебя проходить. Слушай, ты вообще, ну, сходил бы, не знаю, там, парикмахерскую, сделал бы себе прическу, умылся бы. Косметологу сходи, ну, в конце-то концов. Все, я здесь все обошел. Но мне надо обойти те комнаты, там, где он сейчас спит. Это же не он их закрыл, правильно? Пробудись, я тебя снова усыплю, что я должен жахаться, вот это тебя. Так, тут вроде бы ничего, да? Все, очнулся, красавец. Получи. Оу, оу, тихо, тихо. Сейчас побежит. Ну все, раздупляйся. Блин, как хорошо, когда есть дротики в самом начале, а? Блин, ну дротика я тут до хрена нахожу, но мне нужна катушка. По-моему, он... Блин, ну она где-то на этом ярусе, по-моему, должна быть. Все, ладно, я здесь все обошел. Поэтому, ну, вся надежда только на второй этаж. А я в подвале все посмотрел. Да, по-моему, все, ладно. Не так, что-то я здесь... Долго уже. Помню, последний раз, когда я проходил, я не помню, или эту даже локацию, я так долго искал что-то, а оно лежало просто на элементарном месте. О, ключ. Так, а ключ от чего? Это просто ключ? Мне же надо будет еще ключ от подвала, чтобы к лифту пройти. Вообще, мне карта лес нравится больше, ну, из-за того, что она легче. Там, как бы, ну, не надо столько действий делать. Здесь очень много надо делать действий, на все клацать, все везде смотреть, присматриваться, вот это вот. Там как-то все попроще. Бегаешь, ищешь себе колеса и не запаривайся. Но я сомневаюсь, что здесь что-то есть, кроме батареек. Давайте сразу налево, да? Хотя можно было и пойти через право. Друзья, вы, если что, накидывайте мне в комментарии какие-нибудь идеи, возможно, прохождения по этой игре. Потому что я вижу, что вы, ну, прям реально ждете Spec-Man Zero, ребят. Прям реально ждете. Честно, я сам, не, ну, я кайфую, когда играю в эту игру. Но просто идей мало. И да, советую вам не пропустить следующее мое видео по этой игре. Потому что я написал разработчикам. Ну и что из этого получилось, узнайте в следующем видосе. Здесь ничего.
Подожди, здесь тоже разве ничего, да? Никогда не было? Я не помню. Это не открывается. Дротики. Дротики нам нужны. Это мы любим. О! Ключ-карта. Синяя карта доступа. Это от той двери, что мне надо или нет? Я же говорю, ребят, уже ни хрена не помню. Здесь закрыто. Хорошо. Кстати, у меня есть на канале два клона по этой игре, поэтому обязательно посмотрите, потому что я вижу, вы один клон посмотрели, а второй, ну, как-то слабенько. Советую посмотреть второй, последний клон, который я снял. Он реально получше, нежели был первый. А то как-то, знаете, странно, худшая версия набрала просмотры, а игрушка получше нет. Там тоже бегает спек, ребят, если что. Ну, давайте на всякий случай возьму батарейку. Так, я отсюда, по-моему, пришел, да, или нет? Здесь же ничего нету. Не та карта? Так, стоять, синяя карточка, а чего она? Может, что-то в подвале? Батарейка. О, ключ. Надеюсь, от подвала. Подождите, или это сразу я уже взял от лифта? О, еще один ключ. Отлично, слушайте, люблю, когда нахожу ключи. Я тогда не сильно заморачиваюсь тем, в какую дверь захожу, потому что любая дверь просто, просто моя. Так иди то коромысло, оно ожило, не? О! Где? Блин, вспомнил на свою голову, давай, лети! А ну отсюда в голову попаду. Попал! Капец, я мелкий, меткий. Куть-куть-куть. Валяться. Вынеси тебя на солнышко, чтобы ты позагорал. Ты чё, охренел? Сейчас как буцнул. Слушай, я только что твоего главаря попустил. Не нарывайся, вот серьезно, просто не нарывайся. Я экспировид, мать твою, ты охренел? Мне просто жалко на тебя дротики тратить. Так, пошлите, ладно, пошлите в подвал. Так, я же здесь все обошел, правильно? Наверху я же все двери открыл, правильно? Правильно. То есть мне теперь осталось только найти ключ-карту. Здесь я вроде все подобрал. Окей. Супер. А, здесь я могу найти катушку, кстати. Кстати, я еще ни хрена не нашел из того, что мне надо для лифта, между прочим. Вот оно! Уи! Ладно, давайте все равно здесь все сейчас рыскать. Ты чё застрял? Я уже даже не помню, какие я могу здесь открывать, какие не могу. Это могу? Здесь обычно, по-моему, код какой-то должен быть. Господи, как ты долго открываешься, а? Че, ладно, серьезно, ничего? Нифига не вижу. О! А, ну это я его закрыл, да? Ладно, короче, здесь ничего нету. Кроме какого-то говна. Все, я лучше, ребят, буду присматриваться, чтобы потом ничего не пропустить. Фу. Ничего. Хорошо. Ищем дальше. Слушайте, мне бы аптечка не помешала бы. Если меня еще раз херанет, я думаю, она меня зажопит.
Да ладно, серьезно, нифига нету? Блин, то дайте мне аптеку, но будьте кем-то там. Слушайте, я не помню. Ради этого кода, который мне нафиг не нужен, который я все равно на всякий случай подобрал. Я просто, я же говорю, не помню. Я катушку редко когда вообще замечал. Поэтому буду рыскать абсолютно все. Так, тут у нас ничего, да? Батарейка. Я столько подобрал уже батарейку. О, ключ! Он мне по-любому понадобится. Видите, не зря я уже тут пробегал. Так, ладно, все, идем тогда наверх. Все здесь... О, тихо. Что за брейкданс? О, аптека. А я думаю, ляс, видели, сама игра меня развернула. Говорит, надо аптеку. На, бери. Я не ранен, хорошо. Это хорошая новость. Мне же еще предохранитель надо найти. Ну, предохранитель, в принципе, я знаю его месторасположение. У него их три. Отвертка может находиться тоже где угодно, блин. Так, а мне... Ну, от лифта, по сути, получается, у меня уже есть, правильно, да, ключ-карта. То есть я могу не заморачиваться. Мне кажется, да, я не сюда пошел. Надо в другое место идти. Вот сюда. Все. Сейчас мы все и понаходим. О, ключ. Ключ. Я догадываюсь, от какой он комнаты. У меня только одна комната, получается, не открыта. Ты мне что, зажопить хочешь? Спать. Так, по-моему, здесь где-то должен быть лом. Вот он. Лом есть. Ну, давайте еще немного... О, дротики, хорошо, нужно. Все, лом есть, теперь мне надо... Катушка... Привет. Катушка и отвертка. А, и предохранитель. Подождите, предохранитель где-то то ли на коробке должен быть. Только надо вспомнить, на какой. Блин, где катушка блин, заспавнилась. Но это не та отвертка. О! Какая-то... Это, наверное, от этого. От лифта. Блин, что-то я, по-моему, не там, где надо, нахожусь. Так, отвянет меня. А, вон. Так. Здесь нема. Значит, катушка где-то получается в какой-то комнате. Подождите, где-то здесь, наверное, да? Или нет? И здесь нету? Где катушка? Ой, предохранитель. Я чувствую, сейчас тут буду 3 дня, наверное, бегать, все это искать. Ну, нашел пока мне столько дротик.
Надо внимательно везде все смотреть. А, здесь тоже надо все открывать, да? Кстати, мне же надо будет снова эта аптека. Блин, я не понимаю, но... Слушай, застынь, пожалуйста, не мешай, а? Ну реально очень сильно мешает вот эта хрень, которая ползает. Это они типа позвали большого, да? Блин, а где меня еще не было? О, стоять, тут что-то есть. Ай, блин, это... Так, я здесь что-нибудь найду, да? Батарейка. Ну, это патроны. Они мне пока не нужны. Отвертка, нашел. Давайте тогда сразу, наверное, эту батарейку возьму тоже. Теперь мне нужна катушка и... Так. Бля, я почти весь код собрал. О, где-то идет. Вот. Попал. Усни, усни. Вот, ребят, о чем я и говорю. Вот, только пристрелил, и вот вам предохранитель. Слушайте, реально, вот, все, ребят, я могу уже сбежать, только не через лифт, а через обычную дверь. Там просто одну цифру додуматься, и все. Но мы сегодня сбегаем через лифт, поэтому буду искать эту долбанную катушку. Короче, решила сюда спуститься. Сейчас пообламываю доски. Ну, слушай, ты можешь нормально открыться и закрыться, а? Как полагается. Так, ну тут катушки нету. Ну, я надеялся, мало ли, вдруг она здесь. Все, теперь мне нужна катушка. Бог его знает, где его искать. Я здесь! Ты куда попер? Я тебя жду! Попал. Слушай, я не четко попал, что ли, да? Заглохни. Где катушка? Где спрятал катушку? В смысле? Ох, вы бесите меня. Не, ну это ли не подстава, а? Ну я же здесь бегал, помните, ребят? Ну бегал, здесь вот так все просматривал, блин, чтобы ничего не пропустить. Капец, смотрите, и последний код нашел. И катушку. Я теперь могу сбежать через два хода сразу. Обалдеть. Так, ладно, через какую сторону мне идти? Поэтому я не знаю, как некоторые люди пишут комментарии, что через лифт типа сбежать быстрее, как по мне, ни хрена, ребят. Ни хрена. А что ты, молишься над ним, да? Ладно, молись. А я пошел. Короче, ребята, вы сами все видели. Не так уж это все и легко делается. Главное просто внимательность. Мать твою, невнимательность, блин. И все у вас получится. Катушка где-то на первом этаже по-любому. По-любому я нахожу только где-то на первом этаже. А, все, я понял, мне же надо катушку вставить. А, лом, отвертка и предохранитель находятся на третьем ярусе. Ну, чё? Дождемся, нет? Не, не будем ждать. Все, ребят, мы прошли.
Ребят, надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно пишите мне об этом комментарии. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, кто еще до сих пор не подписан. И лепите свой клевый комментарий. На связи был Эксперовид. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.